Всем привет! С вами Юлия и мой факультет рукоделия. Хочу вам показать сегодня самый простой способ закрытия петель иглой. Возможно, вы уже столкнулись с тем, что при закрытии петель на спицах может получиться стянутый край. Либо наоборот, петельки крайние растянутся и резинка будет выглядеть вот здесь вот внизу волнами. Для того, чтобы такого не происходило, делают закрытие петель иголкой. Но этих способов закрытия иглой несколько, и они достаточно, возможно, сложны для понимания для новичков. Я же вам хочу показать самый-самый простой способ, при котором не будет стягиваться полотно и будет выглядеть он красиво. Хорошо резинка будет тянуться, то есть он будет эластичный. И запомнить его очень-очень просто. Смотрите, вот у нас вязание, вот ниточка, она у меня заходит в иголку. Я прохожу в 2 петли, завожу туда иголку, протягиваю нить. Дальше. Выхожу иголкой в крайнюю петлю и снимаю ее со спицы. Все, подтянули. Снова захожу в 2 петли, протягиваю ниточку, вывожу иголку через крайнюю петлю и снимаю ее со спицы. Подтягиваю ниточку. Вот и весь способ. Представляете, как все просто. Сейчас я закрою резинку до конца и покажу вам, что у меня получилось. Смотрите, я приближаюсь уже к завершению. И сейчас я вам покажу, как сделать, как сомкнуть вот это вот закрытие, чтобы было все красиво и ровно. Вот у нас остались 2 петельки. Я прохожу через них. Так, и остается одна петля. Вот здесь вот петелька, с которой мы начинали. Вот она. Я сейчас прохожу вот сюда и зацепляю вот эту петельку. Так. И возвращаюсь обратно. Все. У нас получилось ровно, красиво. Сейчас я ниточку уведу на изнаночную сторону. И спрячу ее вот здесь вот в петельках. Смотрите, как получилось. Какой получился красивый, аккуратный, ровный край. Он хорошо тянется и выглядит просто великолепно. Надеюсь, вам был полезен этот урок. Ставьте лайки, пишите комментарии. Если возникли вопросы, также пишите. Всего хорошего. С вами была Юлия и мой факультет рукоделия. Пока-пока. 7 ровных петелек.